Главную визитную карточку Ульяновска Ленинский мемориал приводит в порядок не первый год. На прошлой неделе вопрос текущего ремонта затронул губернатор Ульяновской области на штабе по комплексному развитию региона. Повод стал не совсем радостный. Артисты симфонического оркестра замерзали на репетициях. Из-за ремонта отопление в здании работает частично. Как результат, музыкантов переселили в губернаторский. Готовьте вообще по Ленинскому мемориалу отдельное совещание. Вот, вначале обход, осмотр, и потом прямо на мемориале проведем совещание. Как идет реконструкция мемориального комплекса, также проверил Алексей Русских. Компанию ему составили подрядчики, представители Министерства строительства и Министерства искусства. Проверили ремонтируемые помещения и уже готовые объекты. Так, с потолками что? Потолки под замену полностью. Нашли материал. Как отмечают подрядчики, ремонтно-реставрационные работы завершены примерно на 50-60%. Наружная облицовка здания завершена. Обновлены стекла, алюминиевые конструкции, гранитная площадка, фасад. Ранее фасад был у нас несколько разноцветный, то есть тона мрамора были от розового, кончая серым. Здесь перед нами была задача поставлена, чтобы фасад был однотонным, только в серых тонах, и поэтому вот отбраковка и подборка мрамора позволила нам сделать фасад именно однотональный. На сегодняшний день строители занимаются внутренней отделкой общественно-политического центра и башни. Параллельно переходят в музейную часть. В частности, полностью заменяют инженерные сети, вентиляция, электроснабжение и другие. Коллеги, мы с вами понимаем абсолютно, что объект очень сложный, очень большая ответственность и подход к выполнению работ, потому что работы не только ремонтные, но еще и реставрационные подразумеваются, поэтому подрядчик квалифицированный, на сегодняшний день отставание от графика производства работ не допускает. Итоги проверки подвели на закрытом совещании. В планах еще много масштабных ремонтных работ. До конца года планируется заменить лифты, завершить блок общественно-политического центра. Полное завершение работ планируется в 2025 году. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.